26 мая 2022 года, Одесса. Всем доброе утро. Ночь прошла спокойно. Воздушных тревог не объявляли. Последняя воздушная тревога была вчера, которая началась в 19 часов и длилась около 3 часов. Вот в 23 часа была слышна то ли стрельба, то ли взрывы. Но как сообщили, что это работа наших защитников по беспилотникам. Всем хорошего дня, мирного неба над головой. Я на связи.